Вчера стало известно о смерти Шона Коннери, а уже сегодня выясняют, кому достанется наследство. Шон Коннери ушел из жизни, оставив многомиллионное наследство. Актер, сыгравший роль Джеймса Бонда, умер во сне. В отличие от своего киногероя, Шон Коннери не был любителем коротких романов. Легендарный актер был женат дважды. С Дайан Силетро он прожил 11 лет. Пара развелась в 73-м. Спустя 2 года после развода артист познакомился с Мишелин Рокбрюн. Их союз продержался 45 лет. Во втором браке Коннери так и не стал отцом. А вот у Силетро у актера остался 57-летний сын Джейсон. Известно, что у актера были напряженные отношения с наследником из-за общей фамилии. Шон Коннери даже подумывал лишить единственного сына наследства. Как отмечал сам актер, он хотел дать Джейсону возможность самостоятельно добиться успеха. Не желал, чтобы тот рассчитывал на его поддержку. К слову, завещание актера пока не оглашено. По данным различных финансовых изданий, состояние лауреата премии «Оскар» оценивается в 300 миллионов долларов. Скорее всего, наследство Коннери будет распределено между его вдовой Мишелин Рокбрюн, сыном и внуком. Внук был в хороших отношениях со знаменитым дедушкой. Возможно, какая-то сумма будет переведена Шотландскому международному образовательному фонду. Коннери занимал активную политическую позицию, был сторонником независимости Шотландии. Искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.